Основные праздничные мероприятия на День города пройдут уже завтра, 11 сентября. Перед челябинцами встанет непростая задача. Проехать на торжества в центр через перекрытые улицы, а главное вернуться вечером домой. Мы подготовили инструкцию, как попасть на праздник и не проморгать последний трамвай. На весь день блокируют только улицу 8 марта. Это участок дороги за органным залом. А с 8 вечера закроют сразу весь центр. Перекроют Ленина, Свердловский проспект, Братьев Кашириных и прилегающие улицы. Изменится и движение общественного транспорта. Вместо ЮРГУ значительную часть маршрутов перенаправят на вокзал. А автобусы с ЧМЗ будут объезжать Свердловский через улицу Чайковского. 7 троллейбусных маршрутов прервут работу с 8 до 11 вечера. Движение откроют сразу после салюта. К тому же по домам горожан будут развозить специальные маршруты. Точки отправления. Юность, Алое поле, Теплотех и перекресток Труда Энгельса. Транспорт с субботы на воскресенье будет работать до 2 часов ночи.